Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия объявляет прием документов на предоставление субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, сообщается на официальном сайте правительства Тувы. Прием документов производится отделом переработки сельхозпродукции, рыболовства, продовольственной безопасности. Субсидии предоставляются на поддержку собственного производства молока сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и отгруженного на собственную переработку коровьего или же козьего молока. Заявление можно будет подать с 1 февраля до 1 марта текущего года.